Первый такой, блядь, с трудом помню, что там видео сегодня. Помнишь такую песенку? Нет. Давайте объявление. Угу. Все. Это чуть показал. Она уже спасибо каждому из вас, потому что все это было бы без вас невозможно. Мы с вами еще раз. счастливо обладатель. Да? Покажи фотографию. Да, мне даже фотографию.
Она у меня для... Нет, нет. Да, давай без, вот без, но правильнее. Раз, два, три. Раз, два, три. Вообще так читается хорошо. Саня, улыбайся, уже работаем, работаем. Улыбайся, работаем, работаем. Один.
переворачивайся. Покажи нам ногу. Туда, блин. Во-во, вот так. Постоянно растет, мы на тормозе здесь, мы оказались, люди очень сильно пострадали буквально перед самой зимой, а печи порушились и все остальное. Вот это уже Байкал. Видно, конечно, сегодня не очень, испарение, ветер, мороз. Побежать, позабирать. Народу очень много, полотенце может поселить, некуда, чтобы лечь. Ну вот практически уже мы в центре зимовой стоянки. Вот ты. Привет! Всю Сибирь до вас доехали. Вот шаман камень, кстати, знаменитый. Это вот тоже да. Так, чтобы она вот на поверхности стояла, да? Да. Теперь берете резонатор, вот плотненько берете вот так тремя пальчиками, так, чтобы кисточка находилась в центре чаши. По часовой стрелочке под углом 45 градусов начинаете вращать, плотно прижимая, стараясь, чтобы у вас как бы вот палка ходила вот по этому кончику, да, вот по острому кончику. То есть не так, а вот именно вот так вот. Тогда звук сразу будет. Можно на разогретую чашу. То есть вы чашу ударяете, вот она тогда звенит. И когда звенит, начинаете раскручивать.
не замерзла, но она замерзнет, наверное, недельки через две. Вот уже начнутся катания всевозможные, там, ну, как бы тусовки, люди будут гонять на всем, на снегоходах. Уже много. А сейчас его гитара? Да. Ага, еще, да. Спасибо большое. Спасибо. Вот самый крутой штук. Спасибо. Так, вот вопрос вопросов.
могу ли я спрыгнуть в фэн-зону и запрыгнуть обратно? В принципе, у меня время есть на то, чтобы это сделать, потому что мне главное успеть до соло. Thank you.
Мы надеемся, что мы вас не разочаровали. Нет. Хорошо. Можно, кажется, вот еще. Рафер, пожалуйста. Да, пожалуйста. Любя, спасибо большое, спасибо. Спасибо.
плачешь ты, уже не плачешь, мама, полетим со мной, давай на ковре. Памяти группы Агата Кристи, ну а впереди у нас что-нибудь новенькое, ведь мы обязательно скоро по этому поводу увидимся. Спасибо, Магадан! Спасибо, друзья! Спасибо! До свидания!